Ребят, здорово всем. Ну вот, увидите отрывки из кастомок. Из бомбических просто кастомок, которые я проводил в субботу в эту. Ну, как я ожидал, что людей было мало, многим не понравилось, все такое прочее. Для чего они проводились? В предыдущую субботу мне говорили, мы как бы все хотим участвовать, пожалуйста, организуй кастомку. Я сказал, нет, народа будет слишком мало. Мне сказали, да нет, народа достаточно. Ну, как по факту оказалось, народа и правда не было. В первой кастомке 14 человек, во второй 16, в третьей 5. После чего я просто закончил кастомки, потому что это бессмысленно, 5 человек. Ну и многих забомбило, просто пришли люди, которые играют намного лучше, чем некоторые. И потом все стали говорить, мы уже не хотим играть, потому что нам это неинтересно. Все, пожелания услышаны. Что делаем теперь? С этой недели я делаю так. Я провожу стримы, и те люди, с которыми я занимаю топ-1, будут участвовать в розыгрыше скина. В субботнем розыгрыше скина. Скин будет минимум стоить 1200 баксов. И если вы выиграете один раз, то вы, значит, будете один раз занесены в колесо удачи. Если вы выиграете со мной три раза, значит, ваши шансы возрастут в три раза, и я вас запишу три раза в колесо удачи. Так что всем желаю удачи, удачи побеждать, удачи побеждать на розыгрышах. Ну и все знают, как я провожу набор в сквад. Набор в сквад проводится прямо на стриме. Подписчики знают как, а новые подписчики, я надеюсь, узнают. А на экране победители Триада Говно и Cry Like Girl Dio. Так что, ребят, давайте, приходите сегодня на стрим и забирайте свои подарки. И чуть не забыл. Размер вознаграждения и количество призов может возрасти из-за моей щедрости. Всем удачи по жизни.